Приветствую вас! Сегодня у нас заключительное видео по компании Link World. Сегодня я хотел бы рассмотреть приложение проекта, также соцсети, ведь как мы знаем, соцсети, раскрученные соцсети, как подписчики, вообще живые там, не живые. И это очень сильно влияет на инвестирование в проекты. Поэтому это обязательно надо посмотреть, как интересуются люди данным проектом, чтобы оценить все его шансы. Ну что ж, давайте начнем с приложения проекта. Вот оно, приложение. Как мы видим, оценка у него 5, хотя оценок не так много, но все же это пятерка. Далее рейтинг 5 из 5, есть даже отзывы. Размер приложения составляет 122 и 4 мегабайта. Требуется iOS 9.0 или более поздней версии. Также совместим с iPhone, iPad, iPod, Touch. Ну и поддерживаем язык пока только английский. Но, судя по дорожной карте, в скором времени появится еще очень много различных языков. Может быть, даже доберутся и до русского языка. Поэтому можете уже сейчас установить приложение, ну и попробовать его. Далее давайте посмотрим соцсеть проекта. Начнем мы с Твиттера. Это Твиттер проекта. Они имеют почти 13 тысяч подписчиков. Это очень хороший показатель. Также мы видим, что на постах довольно-таки много лайков и ретвитов, есть комментарии. Ну и последний пост у них 24 октября, это совсем недавно. Ну и постоянно раз в два дня, в три выходят различные посты. Ну и набирают они хорошие показатели по лайкам и ретвитам. Значит, Twitter живой, и люди интересуются данным проектом. Давайте теперь посмотрим на Facebook. Здесь имеется 7700 подписчиков. Тоже есть лайки, также комментарии. Посты выкладываются тоже раз в два дня там, или каждый день. Также смотрите, люди комментируют проекта, то есть проект интересует многих, и даже в Фейсбуке люди общаются, спрашивают. Также у проекта есть, конечно же, телеграм-канал, где вы можете пообщаться с командой, позадавать вопросы, также пообщаться с другими инвесторами проекта. Вот их телеграм-канал, это LinkDW, можете сюда обязательно присоединиться. Тут позадавайте вопросы администрации, они всегда отвечают на все вопросы, также укладывают все последние новости, очень отзывчивые люди. Поэтому обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу, чтобы быть всегда в курсе всех последних новостей. Ну и, конечно же, подписывайтесь на их соцсети. На этом мы будем заканчивать. Еще раз повторюсь. У проекта очень большое будущее. За ним стоят серьезные люди и серьезные организации. Поэтому советую вам присмотреться к данному проекту и изучить его более детально. Ну, я, конечно, не говорю вам бежать сюда и инвестировать все деньги. Вы в первую очередь должны всегда думать своей головой. Но 10% от банка я бы сюда зашел. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.